Добро пожаловать в игру S-Zone Online. Это очень коротенькое видео, посвящено тому, где в игре можно найти такую траву, как калиджи. Я сейчас нахожусь в локации Худые озера. Зашел с востока. Вот вы видите квадрат AF2, восточный вход. И на данный момент я нахожусь сейчас среди полей с аномалиями. Квадрат АО-2, третий сектор. И вот рядом со мной эта трава. Достаточно редкая. Кроме как Худых озер, я больше ее нигде не встречал. Вот выглядит она следующим образом. Она нужна для обмена и в том числе для квестов. Здесь же в этой локации знахарь просит принести, помимо прочих растений, 25 высушенных кустов калиджи. Вот в этом месте эти кусты можно обнаружить. И также в этой локации я находил эти кусты. Квадрат АП-9, четвертый сектор. Здесь их побольше. Вот здесь у меня тоже стоит значок, где я находил это растение. Эту траву лучше искать с помощью МЗА, так же как и артефакты, потому что при появлении на земле она МЗА высветит ее. Так. А, вот, видите, еще я нашел. Уже две. Хотя у меня значок. Вот он стоит здесь. Ну вот в третьем секторе можно найти. Без МЗА можете пробежать мимо, не заметив это растение. А МЗА, вот видите, в кустах не очень видно. А МЗА высвечивает и таким образом облегчает поиск этой травы. На рынке это растение можно продать, ну, от 20 тысяч и выше. Потому что как повезет. Повторюсь, что оно достаточно редкое и пользуется у игроков большим спросом. Ну вот, место это я уже пробежал. Три растения я нашел. Спасибо за просмотр. Это было видео, где найти в игре растение калинджи.